Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Начинаю пересаживать цыплят. Средний выводок в большую клетку. Для этого мне предстоит... Сейчас покажу, как выглядят эти цыплята. Самые младшие. И курочка-мамочка. Для этого мне предстояло закрыть двери. На всякий случай, чтобы они не выбежали во время ловли. И затем взять вот такую вот штуку. Это самодельный сачок для цыплят. Руками ловить тут бесполезно. Ну, можно, конечно, это все делать в темноте, тогда все намного легче происходит. Так, сильно тоже открывать нельзя, потому что могут давай, есть. Так. Вот такое чудо. Ну что ты? Все нормально. Так, ну и можно будет запускать. Наверное, буду запускать через большие двери. Так удобнее. Голову отдай. Отдайте голову. Все. Первый есть. Первый пошел. Сачок получился немножко длинноватый, но сюда влазит и даже большой петух. Можно взвешивать. Если вдруг чего. Ну-ка, твоя очередь. Есть. Хорошо словился, легко. Это петушок, наверное. Ну. Посмотрим. Да, с пятнами на голове был. Потом пятна объединились. Они стали немножко темнее. Так. А то точно такое же, только желтое. Это более пегое такое, коричневатое. Что ты орёшь? Переворачиваем. Давай. Выходи. Все. Уже один освоился на верхних жердочках. Все. Вдвоем не так скучно. Не только меня словили, оказывается. Что тоже приятно. Так, помета тут больше получилось. Ну, давай. Давай. Так мы ловим цыплят. Тут, скорее всего, курочка. Тихо. Вот контактный зоопарк. Сердце стучит в три раза быстрее. Придерживаю за лапу. Вот на всякий случай. Чтобы не сбежала. Вот уже нас половина. 50-50. Следующий. Кто желает попасть, поиграться в этот
Так, стоит на сетке. Интересная такая поза. И чем сильнее дергается, тем сильнее проваливается. В общем, достаточно провалиться где-то наполовину, чтобы уже не вылезти. Для этого надо место крыльев уже лапы иметь. Ну что, давай, твоя очередь. Вываливайся отсюда. Есть. Кто там еще хочет поиграть? Есть. Бывали случаи, что выскакивали из таких вот сачков, когда под верхом в основном. Бывали, конечно, случаи, но... В данном случае... Нет. Сачок я применял в прошлых годах. Давай, давай, давай. В общем, там на глубине сильно запутывается. Да не дергайся, тебе ж надо рассмотреть такого золотистого цвета. Пойдем, пойдем, пойдем. А вот крылья хочу показать. На крыльях такие темные полоски начали образовываться. Давай, давай, заходи. Переворачивать надо. Все. Семья в сборе. Кроме мамаши. Так, сейчас открою двери. Заодно рассмотрим, что там. Как они переехали. Как они себя чувствуют, привыкают. Стоит на бревне и дрожит. Бревно дрожит. Ну вот три таких беленьких и три желтопеих каких-то. Сейчас перенесу кормушку, поилку. Понравилось на жердочке сидеть. Уже успокоились. Начали ходить. Иди, контактный зоопарк. Не любят они контактный зоопарк. Никто не любит. С этой стороны посмотрим. Вот такие вот они. Такие получились цыплята. Арсений Селезнев, зверобой.
пересадил цыплят. Не знаю, сколько времени ушло. Там по видео будет видно. Пересаживать удобно, если у вас нет сачка. Ночью или если выключается свет в курятнике. Свет выключаете и все. Можно также использовать сачок или что-то вроде этого. Ловить руками дольше, так как ну, в общем, и неудобно. И дольше неудобно, скажем так. Что надо наклоняться, клетка высокая. Они могут выскакивать, вылетать и потом бегать. Желательно курятник закрывать, когда пересадку делаете, чтобы цыплята не сбежали. Конечно же, если вы держите цыплят в клетке. Если вы не держите, то тоже такое дело. Все, так, одна кормушка есть. Все. Старшие цыплята гуляют уже на улице. Почти освоились. Это они третьи сутки живут со взрослыми. Ну, вот такие вот дела. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнёв, Зверобой. Первый, второй. Смотрите обновления. Пока.